выпивать. Лобову вы прохуяли. Да это фигня, ты ремень отбей. Не сломай его тут. Снимай. Да прям по голове. Здорово. Да иди, прилипни к батарее. Котельная это была, она не горела. Ужин, ужин, иди разогрей. Помнишь анекдот про ужин? Иди разогревай. Давай я. Давай. Там хозяйка вот, хозяйка сказала, у них сторож старый, какие-то 50 лет, я говорю, ты только не схватили. К обогревателю лом ставьте, к пушке, пусть оттаивает. Захочешь туда, не сможешь сходить. Так, мальчики, а что мне кто скажет, горела котельная или нет? Какая котельная? Там, где котельная находится, в купе все или нет? Да, с нее ничего. Это, хозяйка, куда? Хозяйка, я сейчас с ней говорю. Аккуратно так та же. Она говорит, что... Аккуратно. Срок началось. А что дрова-то загорелись? Близко к печи были. Вот и все, ебать. Это не чил он будет жить, знаешь. Ладно.